Добрый день, рыбаки, охотники. Вот мы опять на реке. Собрали опять очередную экспедицию. Вот на такой лодочке соединили две лодки. Лодочка ПНД, которая у нас, мы ходили по реке на первую экспедицию. Сейчас вторая экспедиция на другую речку. Очень красиво, место красивое. Вода чистейшая. Так что мы сейчас подниматься, если поднимемся, хорошо. Но мы думаем, что поднимемся. Взяли мы с собой болотоход, такой пропеллер. Это все сделано своими руками, кроме движка и лопастей. Вот такая лодочка еще. Это весь сюжет я вам